Всем привет! Вы на канале «Современные родители». И я представляю вашему вниманию мясорубку Polaris PMG-2078. Включите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Не забудьте поддержать меня, для этого ставьте лайки и пишите комментарии. Мясорубка Polaris PMG-2078 с производительным мотором эффективна для измельчения продуктов. Модель можно использовать для приготовления фарша, колбасы, сосисок. В наборе есть две решетки с отверстиями разного диаметра. С помощью специальных насадок удобно заполнять содержимым оболочку домашней колбасы или сосисок. Для безопасной загрузки продуктов в отверстие в комплекте есть толкатель. Мясорубка имеет нож из нержавеющей стали, который не покрывается коррозией при взаимодействии с водой. Металл не деформируется и не теряет потребительского свойства. Шнек из прочного сплава рассчитан на длительное использование. Основание с прорезиненными ножками не скользит по гладкой поверхности стола. Корпус из пластика не подвержен сколам и трещинам. Для удаления загрязнений с поверхности съемных деталей можно использовать проточную воду, специальное моющее средство, губку или салфетку из мягкой ткани. Благодаря высокой мощности вы сможете быстро переработать любое мясо, будь то говядина, свинина или курица. Что бы вы ни готовили – котлеты, пельмени или колбаски – благодаря высококачественному фаршу с однородной консистенцией вы сможете приготовить идеальное блюдо. Устройство оснащено предохранителем для защиты от перегрева, поэтому при длительном функционировании мясорубка отключается автоматически. Благодаря дополнительной защите двигателя от перегрузки вы можете быть уверены в том, что мясорубка прослужит вам долго. Кнопка управления позволяет задать работу в одном из двух режимов – старт и реверс, обратное вращение вала для извлечения жестких кусков через входной лоток. Максимальное время беспрерывной работы устройства – 3 минуты. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Металлическая решетка покрылась налетом. Лоток для мяса какой-то ненадежный. Шумная. Отсутствие регулировки оборотов. Требует низкой тары, что не очень удобно. Теперь перейдем к положительным. Собирается все легко и понятно. Есть функция реверса. Насадка для колбасок и кеббе. Фарш равномерный, готовит быстро. Простая в использовании. Не греется, рубит мясо даже с жилками. Стильная и отлично справляется. Острый нож из нержавеющей стали. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».